Привет, друзья! С вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Volkswagen Touareg. Итак, вот эту машину мне надо отремонтировать. Капот, бампер, крыло, усилитель бампера, фары, все это буду менять. А остальное буду ремонтировать. Итак, установил на стенд, и теперь я разберу ее. Итак, машина разобрана, двигатель снят, двигатель снимал не я, ну и теперь приступаю к ремонту. Итак, для начала удаляю все поврежденные детали, которые буду ремонтировать, так как они мне немного мешают. И потом приступлю к ремонту самого лонжерона. Ну что, отсверлил, удалил, это я потом буду равнять. Ну а теперь лонжерон. Вот такой у меня план. В это место я буду давить, за это место я буду тянуть. Ну что, поехали. Ну что, здесь почти все прекрасно. Теперь я вырежу вот этот кусок для того, чтобы мог отравнять вот это место поврежденное и вот это. Иначе оно не выходит. Ну что, отсверлил, отрезал. Теперь вот здесь тоже отрезал, чтобы можно было кверху подойти, подровнять. Ну и теперь буду пробовать тянуть это все дело. Как получится, не знаю, потому что лонжерон довольно-таки с толстого металла. И не очень-то у меня получается. Придется греть. Итак, нагреваю те места, которые повреждены. И растягиваю и равняю.
Итак, с лонжероном все прекрасно. Остальное доварю потом. А теперь я измеряю высоту лонжеронов нивелиром. И как вы можете видеть, как ни странно, покамест все прекрасно. Все подходит. Все идентично. Также меряю диагонали. Они должны быть тоже одинаковыми. Ну и после этого выравниваю поврежденные детали, которые не меняются, и затем их приварю. Итак, поврежденные места отравнял и теперь буду приваривать крепление балки бампера, то есть усилителя. Для этого я прикручиваю крепление к самой балке. Балка хоть и бэушная, но целая. И затем я буду вот так вот одевать. Все скручивать и затем сваривать.
Итак, сварочные работы закончены. Зачищаю все сварочные швы, точки. И затем я примеряю все остальные части переда. То есть телевизор, фары, бампер, капот. И если все будет прекрасно, значит мне как бы повезло. Итак, мне повезло, почти все подошло с первого раза, и на этом работы с металлом закончены. Теперь я разберу и буду шпаклевать, грунтовать и красить. Сначала я решил покрасить внутри отсек двигателя, затем установить двигатель, собрать все железо и затем красить все остальное. Итак, отсек покрашен и продолжаем уже работу по намеченному плану. Ну что, друзья, крашу машину, собираю. Вспомним, вот такой автомобиль был без ремонта. Вот такой он стал после ремонта. Ну, на этом сегодня все. Я с вами прощаюсь. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!